Более 40 кукол 19 века и 50 предметов их гардероба, кукольной посуды, мебели представлено в Ульяновском краеведческом музее в рамках выставочного проекта «Путешествие в мир кукол». Когда-то все эти куклы жили в стандартной трехкомнатной квартире коллекционера Марины Политовой, где им была отведена большая комната. Таким образом, начав изучение, я пришла к куклам золотого 19 века. Тем куклам, которые сегодня являются жемчужиной нашей коллекции. Таких кукол в коллекции около 200. Датируются они 1830-х годов и до 1930-х годов. Я сама люблю их так датировать, вот именно этим веком. Ну и, собственно, эта жемчужина сегодня представлена и здесь, конечно же, ее часть. Кукол 19 века принято называть антикварными, а время, в которое они создавались, расцветом кукольного производства или золотым веком кукол. Кроме этого, большая часть кукол того времени была создана из фарфора, драгоценного материала, который именовали белым золотом. Точнее, из фарфора была сделана лишь голова куклы, которая являлась самой дорогой частью в производстве. Сначала отливалась ее форма, обжигалась и раскрашивалась. Затем внутрь головы помещались глаза, зубки, язычок. Голову куклы венчал парик, махеровый или из натуральных волос. Все эти части куклы тоже можно увидеть на выставке. Одна из самых любимых кукол Марины – большой пупс 1920 года рождения, очень напоминающий ребенка. Ну, вот такие детишки жили у других детей. Жили они, скорее всего, вот в таких вот кроватках. Конечно, у нас представлена реплика такой большой кровати. На самом деле в коллекции, вообще в экспозиции не так уж много реплик. Это одна из них. Самыми красивыми куклами в 19 веке считались французские. Коллекционер называет их роскошными парижанками. Один из редчайших экземпляров коллекции – кукла в шелковом платье. Год ее создания – 1870-й, так называемая «спящая красавица». Самая большая кукла экспозиции ростом 96 сантиметров. Самая дорогая кукла – русская барыня с длинной косой из натуральных волос производства фирмы «Шрайер и Фингергуд». Все эти куклы золотого века можно будет увидеть в Ульяновском краеведческом музее до конца июля. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.